134-я серия турецкого сериала «Доверенные» выйдет на экраны Турции 11 марта. В предыдущей серии мы увидели следующее событие. Яман продолжает относиться к Сихер грубо и при этом не спешит объяснить причину такого поведения. Он сам не знает, чего боится, но на вопросы Сихер не дает никаких ответов. Сихер не может понять, что она сделала, и начинает искать себе причину. Она рассматривает их с Яманом свадебные фото и понимает, что здесь что-то не так. Произошло что-то такое, что заставило Ямана измениться и вернуться в свое прежнее состояние. Несмотря на последние события, Сихер намерена выяснить, что происходит с Яманом и почему он стал к ней так относиться. Когда Яман вошел в комнату, то она хотела выяснить, для чего они катались на лодке, и когда поднялись на холм, Яман держал ее за руку. Сихер хочет знать всю правду, и она настойчиво требует от него объяснений. От органов опеки должен прийти ответ, и для Ямана и Сихер это очень волнующий момент. Зухаль и Икбель чувствуют себя совершенно спокойно и считают, что Яман не сможет узнать всей правды. Али и Фират начинают проверять подлинность файла, который скомпрометировал Сихер. Яман отправился на могилу своего отца и стал изливать душу. Сейчас он себя чувствует похороненным заживо. Он поверил и доверился Сихер, но никак не мог ожидать от нее такого предательства. А мы напоминаем, что 134-я серия турецкого сериала «Доверенная» выйдет на экраны Турции 11 марта. Спасибо вам за просмотр!